Участники этого хора в Лондоне не просто исполняют рождественские песни, а борются со стрессом и одиночеством. У некоторых предновогодняя суета вызывает не радость, а беспокойство или даже депрессию. Руководитель хора говорит, что совместное пение помогает преодолеть невзгоды. Для многих этот хор стал своего рода психологической реабилитацией. Для некоторых людей, которые сюда приходят, хор – это способ вернуться к прежней жизни или начать новую. Когда люди сюда приходят, у них наблюдается душевный подъем, так что помогают не только лекарства. Все началось с того, что 9 лет назад Дэвид посещал группу психологической помощи, пытаясь преодолеть стресс после развода. Как-то один из участников сказал, что хотел бы попробовать спеть. Так и зародилась идея. Сегодня в коллективе уже 55 участников. Называется он «Больше, чем просто хор». Брайан поет в хоре уже 7 лет. Говорит, что это тоже помогло ему восстановиться после развода. Мне нравится хор, потому что он помогает людям. Это хоть какое-то занятие, ведь петь может каждый. Если можешь говорить, то можешь и петь. Благодаря пению в хоре люди контактируют и объединяются в одну большую счастливую семью. А Филомена присоединилась к хору 3 года назад после смерти мужа. Пение помогает мне сосредоточиться на музыке, отложив проблемы на задний план. Рождество для меня очень беспокойный период, потому что возвращаются многие воспоминания. Руководитель хора планирует сделать коллектив профессиональным, а также открыть его филиалы по всей стране.